Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит, 16 мая, 3 часа ночи, обновление магазина. Ожидаем, собственно, и перед этим, само собой, ребят, указываем тег автора, Team 50, приятного вам просмотра. Давайте смотреть, что у нас выйдет сегодня, чем нас сегодня порадуют, если порадуют, конечно. Ну, это понятно, остается. Так, ну, старенького накинули, да? Аксолотль. Вот это, кстати, деваха и вчера была Каролина. Если я не ошибаюсь, мне кажется, она вчера была в магазине. Так, багровая метка, понятно. Пацану так и не закинули второй стиль. У девахи есть комплект, идет за 3к. Достаточно дорогой, с топовой киркой, как по мне, неплохой девахой. Изгой стервятник. Ой, какой дельтаплан, ё-моё. Да, хороший дельтик. Эмоция прикольная в передвижении. Электросвинг Сокс. Угу. Так, что дальше? Набор. А все остальное все старое. Темный Гоку. Это Звездные войны. Пошли. Звездные войны, Звездные войны, Звездные войны, Звездные войны. Остались. Видите, как его Iconic серия осталась тоже вся. Это вчера можно могли глянуть, и позавчера тоже. Так, и остались, собственно, отряд. Сейчас все, весь магазин всегда остается как минимум по 2 дня, поэтому понятное дело, что это дело тоже у нас осталось. Подписка, наборчики, все на месте, ребят. Че топового сегодня? Давайте выделим топовый скин. Топ-1 скин сегодня. Ну, вот нижний не берем, да, вот верхнего. Наверное, багровая метка, да? Цена-качество. Наверное, метка. Багровая, багряная. Цена-качество, наверное, метка я бы взял. Рекомендую ее больше всего. Угу. Кирка Оракул. Но с дельтами туго все. Вот это прикольно. Тег автора Team 50, ребят. Не забывайте ставить лайкос, пишите комментарии. Буду рад вас видеть завтра. Всем удачи. Пока.